Всех приветствую. Сегодня 8 сентября. Как мы видим, за день вообще ничего не поменялось. Уровень 6300 как стоял, так и стоит. В итоге ни вниз не пускают. Там снизу такие стеночки довольно серьезные. И как только цена падает, сразу находится покупатель. Сейчас уже таких стенок особо нету, но в целом выкупают все это дело. И что тут можно сказать? Скорее всего, у нас движение до этого завершено было. Надо ждать чуть выше цену. То есть дадут откат повыше. Скорее всего, альты чуть-чуть пульнут. То есть надо все-таки немножко отрасти, потому что если прям сразу так лить начнут, то это как-то несерьезно. Так что вообще в целом гадать это тут смысла нету, лучше в это не лезть. Ну, небольшое движение вверх можно взять, но это не значит, что по текущему надо купить и сидеть. Нет смысла тут эти $200 или даже $300 брать. Проще подождать или с более высоких цен шортить, либо если сразу прольют, там где-то откупать от сильной поддержки, там на сильном росте, что-то в таком духе. То есть сегодня прогноз примитивный, до нельзя. Реально все осталось так, как и вчера, прогноз этот. Но появился шанс на то, что чуть-чуть повыше все-таки дадим цену. Вот и вся разница. По индикаторам у нас жесткий боковик по получасовику. По часовику рост идет. Четырехчасовик тоже рост показывает. Но все это говорит о том, что в целом запас хода есть. Сейчас народ может осмелеет. Но опять же не забываем, что сегодня суббота-воскресенье. И обычно волатильности-то нет в это время, по крайней мере в субботу точно. Все крупные игроки отдыхают, в итоге дикий флот, наверное, продолжится, ну, либо небольшой рост будет. Завтра, особенно ночью, возможно, что-то произойдет, но, опять же, ничего интересного от этого не жду. Дневка до сих пор в разгрузке, в целом у нас мы в даунтренде, поэтому покупать сейчас против тренда не советую. По фьючам прошел небольшой объем. Ну, такое, то есть ничего разворотного пока даже не пахнет. То есть на падении были объемы, на хаях были объемы. Скорее всего, это были шорты. Ну, а здесь такой промежуточный этап, никто сюда не лезет и правильно делает. По альтам та же картина, сильно упали, могут дать отскок. Тальтов можно чуть-чуть прикупить. Ну, хотя бы там 2-3% роста можно будет словить. Но опять же, это рисково, это контртренд, много брать не стоит. Такой сегодня прогноз, и до завтра.